Здравствуйте, дорогие друзья. Постараюсь действительно вас сильно не мучить. Частично у меня мысли будут пересекаться с тем, что уже озвучили коллеги, но не могу отказать себе в удовольствии порассуждать по поводу того, что происходит с социальными сетями. Ну, вот как выглядел рынок социальных сетей в России на февраль. Пока все не завертелось, как говорится. И да, давайте так, поскольку идет трансляция, я сразу в самом начале оговорюсь, что раз уж мы говорим про социальные сети, в том числе речь пойдет про заблокированные на территории Российской Федерации продукты экстремистской организации Мета, Facebook и Instagram. Ну так вот просто. Зафиксировали, запомнили. А вот что происходило на дистанции в год. В целом, есть одна вещь, про которую важнее всего помнить, когда мы рассуждаем с вами про аудиторию социальных сетей в целом по России. На отраслевых конференциях очень часто фигурирует такой термин, как перетекание аудитории. Он достаточно прост для восприятия, он интуитивен, потому что мы можем себе представить аудиторию каждой площадки как некий сосуд, и вот в результате разного рода событий мы перетекаем аудиторию с площадки на площадку. Но это в корне неверно. В этом большая проблема, это то, чего не понимают многие маркетологи, ну и вообще специалисты. Дело в том, что аудитории разных площадок не изолированы друг от друга. То есть современный пользователь, скорее всего, сидит более чем в одной социальной сети. При этом у него отличаются паттерны поведения, то есть то, чем человек, в принципе, занимается. Но в целом, что происходило? Вот здесь вот у нас примерно 4 марта, здесь заблокировали Facebook, но аудитория Facebook вообще в России довольно специфическая. Вот чем она отличается от всего мира? Facebook в России рос в 2012 году в первую очередь за счет аудитории живого журнала. Это уже очень специфическая аудитория. А вот зеленая линия – это Instagram заблокированный. Но здесь может возникнуть резонный вопрос, почему на фоне снижения вот этой зеленой линии, причем в данном случае это статистика медиаскопа, тут важно понимать, что каждый раз, если вам на полном серьезе надо оперировать какой-то статистикой, то необходимо проводить мета-анализ, потому что доверять одному источнику в данном случае неверно, потому что и медиаскоп не совсем корректно меряет аудиторию, и к бренд аналитикс могут быть ряд вопросов, поэтому лучше все-таки делать какой-то срединный срез. Избегать когнитивного искажения, которое называется склонность к подтверждению. Так вот, может возникнуть резонный вопрос, почему, значит, инста у нас грохнулась примерно в два раза, но при этом синяя линия, которая символизирует ВКонтакте, также резко вверх не лупанула. Потому что ВКонтакте и был крупнейшей русскоязычной социальной сети. Там так или иначе сидели все. Но началась смена парадигм, смена использования и всего остального. То есть, условно, если все сильно упрощать, то аудиторию ВКонтакте на сегодня можно разделить на три разных по размеру группы пользователей. Самая массовая – это те люди, которые были и остались ВКонтакте. Самая малочисленная – это новозарегистрировавшиеся пользователи. В основном это молодая аудитория. И между ними находится моя любимая прослойка реаниматоров. Это те люди, которые когда-то активно сидели ВКонтакте, потом 10 назад мигрировали куда-нибудь еще, и сейчас им надо вернуться к версии самих себя десятилетней давности. А учитывая, что тогда человек вполне мог быть еще студентом, сейчас он уже руководитель, директор предприятия, там еще что-то, то ему срочно надо удалять весь компромат, который он сам о себе наплодил в студенческие годы. Но в целом сейчас эта ситуация с одной стороны устаканивается, с другой стороны о полном выравнивании пока еще говорить рано. Я аккуратно предполагаю, что к следующему лету у нас какая-то определенность появится, потому что только более-менее все вышли на некое плато. Тут же был введен закон о маркировке рекламы. Это самый потрясающий закон за последнее время, потому что я еще не встретил ни одного человека, который бы мог сказать, что он в нем разобрался до самого конца. Потому что сейчас весь рынок ждет разъяснений от ФАС и РКН, ФАС ждет разъяснений от РКН, РКН ждет разъяснений от ФАС, все друг от друга ждут разъяснений. Но пока ясно, по крайней мере, что до 1 марта следующего года штрафовать никого не будут. И это хорошо. Вот как выглядит аудитория ВКонтакте на сегодняшний день. Это среднемесячная аудитория, среднедневная, порядка 50 миллионов человек, если мы говорим про Россию. Если говорим про весь мир, то мы пробили потолок в 100 миллионов пользователей и останавливаться на этом не собираемся, но
Здесь, опять же, нюанс. С точки зрения бизнеса, вот это число, оно бесполезно. Потому что не встречал я еще ни одного бизнеса, который хочет окучить просто всех. В любом случае, мы оперируем такими терминами, как целевая аудитория, но здесь на бизнес работает теория вероятностей. Потому что чем больше пользователей, тем больше статистический шанс найти ту аудиторию, которая нужна конкретному бизнесу. И вот еще вам немножко статистики, по поводу которой существует ряд мифов. Иногда даже на отраслевых конференциях, где вроде бы как собираются профессионалы, бытует мнение, выражающееся обычно в следующем формате. Значит, TikTok — это социальная сеть, где сидит только школота. ВКонтакте — это социальная сеть, где сидит тоже школота, но, видимо, какая-то другая. И есть Одноклассники, там сидят одни только бабушки. Вот этот бытовой сексизм меня всегда удивлял. Где в этом случае забыли дедушек? Но как работает математика в этом случае? В стране порядка 150 миллионов населения, из них порядка 100-110 миллионов сидят в интернете. Соответственно, любой проект, аудитория которого крупнее хотя бы 25-30 миллионов пользователей, тяготеет к выравниванию своего аудиторного портрета по социально-демографической картине в стране. То есть вот здесь портрет аудитории ВКонтакте в принципе можно заменить на любой другой крупный интернет-проект. У нас получится с вами примерно одинаковая статистика. Основная масса аудитории находится в диапазоне от 25 до 45 лет, потому что этих людей количественно больше всего в стране. Но это и хорошо с точки зрения бизнеса, потому что экономически это самая активная аудитория, это люди в активной фазе своей жизни, которые уже вовсю зарабатывают деньги, и все у них хорошо. К более старшим возрастам начинается очевидное ниспадающее, потому что чем выше возраст, тем меньше людей до него добираются. Причем именно в аудитории 55+, начинает резко доминировать женская аудитория. И это, опять же, не какая-то специфика ВКонтакте, так устроена биология. Младших возрастов, тем, кому меньше 25 лет, их определенный дефицит, особенно вот этого сегмента от 18 до 24 лет. Потому что в промежутке примерно с 2000 по 2010 год мало детей рождалось в стране. Вот эту ситуацию любопытно будет отследить на дистанции лет в 10, когда вот эти ребята уже закончат учиться, войдут в активную экономическую фазу, и условные зумеры упрутся в пробку из миллениалов. Которые миллениалы, кстати, никуда деваться не собираются. Если вам интересно, как учитывать вот эти вот социопсихологические аспекты поколенческие, я искренне рекомендую вам найти в открытом доступе лекцию человека, которого зовут Андрей Иванович Макаров. Можно просто вбить поиск «Андрей Макаров, поколение Z». Это самые полезные, на мой взгляд, полтора часа по тому, а как отличается восприятие разных продуктов разными срезами аудитории. Потому что вот эти ребята... Они не просто так топят за экологию, не просто так у них постметамодернистское общество и постматериальная культура потребления. Это связано напрямую с экономическими причинами, и это определяет то, на какие факторы смотрят представители разных поколений при принятии решения о сделке. Будь то покупка светящихся шлепанцев на Алиэкспрессе, будь то заказ 12 вагонов металлопроката. В любом случае, это влияющие факторы, и они являются определяющими. Почему столько внимания соцзащиты? Демо. Ну и женщин ВКонтакте, как и в целом по России, чуть больше, чем мужчин, но здесь, опять же, учитывайте это, исходя из специфики вашего бизнеса. Теперь пара слов по поводу того, как работать в социальных сетях. Первый шаг, который, на мой взгляд, надо сделать, это отринуть вот эти убеждения по поводу того, что существуют три каких-то магических формата или три каких-то магических подхода, которые работают, все остальное не работает. Моя работа была бы гораздо проще, если бы эти топ-3 формата существовали, потому что я бы выходил, говорил: ребят, вот это используем, все остальное лабуда, это не используем, спасибо за внимание, успехов, зарабатывайте деньги. Но всегда речь идет о том, что надо находить какой-то индивидуальный подход к аудитории, отстраиваться от того, что делают конкуренты, позиционировать себя и так далее. Но есть и хорошая новость. Общая схема по работе с контентом не только ВКонтакте, но и в принципе она выглядит вот таким образом. И здесь я хотел бы еще одно лирическое отступление сделать и немножко вас уберечь.
После того, как 14 марта заблокировали Инсту, на рынке появилось гигантское, просто невероятное количество людей, которые называют себя экспертами по продвижению в социальных сетях, которые транслируют, что они обладают некими секретными секретами успешного успеха, которыми они готовы с вами поделиться за скромную сумму 19 990 рублей. Так вот, львиная доля всех этих голодранцев пересказывает вот эту схему под разными соусами, часто применяя какие-то новые изобретенные лично ими термины. Могу вас смело заверить, что вся необходимая информация для успешного продвижения, в принципе, в интернете, не только ВКонтакте, она находится в бесплатном доступе, потому что любая площадка в первую очередь в этом заинтересована. Но схема выглядит вот так. На что стоит обращать внимание? Во-первых, то, о чем часто забывает бизнес. Давайте я сразу вот сюда перемотаю. Что люди приходят в социальные сети не за тем, чтобы посмотреть на вашу рекламу. Вы не поверите. И мне очень нравится, есть определенный такой типаж конференции, на которых много людей сидят обязательно в дорогих пиджаках, галстуках. И это вот такие очень серьезные конференции. Я обожаю задавать вопрос в зал. А чем, по-вашему, люди занимаются в социальных сетях? И знаете, чем занимаются люди по версии этой аудитории? Ну, решают рабочие задачи, занимаются вопросами коммуникации. И мой любимый вариант ответа – самосовершенствуются. Безусловно, люди приходят в социальные сети, в том числе и посовершенствоваться. Но не стоит забывать о том, что иногда, это какая-то другая аудитория, понятно, что это не сидящие в этом зале, это вот там вот эти люди, которые ходят по улице, они ходят в социальные сети потупить. Позалипать, они ходят развлечься. И человек приходит в социальную сеть, он изначально находится в расфокусе внимания. Так уж устроен человеческий мозг, что вот эта вот часть, префронтальная кора, она же неокортекс, она очень энергозатратная. И человеческий мозг стремится ее без лишней необходимости не задействовать. Я сейчас прошу прощения за то, что очень сильно упрощаю нейрофизиологию, но я готов это проиллюстрировать очень легко. Если вам хоть раз доводилось читать книгу и в какой-то момент ловить себя на том, что вы в упор не помните, о чем последние 4 страницы, хотя вы совершенно точно глазами водили по строчкам, это означает, что ваша префронталка в этот момент ушла воздухом подышать, оставив вас разбираться с вот этой всей рациональностью. Так вот, в чем суть. Человек сидит в социальных сетях, скорее всего, с вот такой вот штуки. И у человека, скорее всего, есть вполне устойчивое понимание, что если ему не нравится то, что он в данный момент видит на экране, он вот так большим пальчиком делает и видит уже какую-то следующую единицу контента. И, возможно, это не какая-то согласованная на всех уровнях вашей корпорации рекламная запись, а картинка, на которой кот вот так прыгает и подписано «Пук-пук, я кот-паук». С одной стороны, ну, как бы понятно, что там же могут быть какие-то секреты гадания и астрологии от госпожи Блиновской, там могут быть свежие записи о том, какие звезды разводятся, там же могут быть свежие записи о том, как при помощи огурцов и силы Земли лечить определенные заболевания. Но, опять же, важно понимать, что социальные сети – это не какая-то специфика. Вы работаете с живыми людьми, с самыми обычными, с огромной массой живых людей, которые разные. И это очень важно учитывать. Лента пользователя может выглядеть вот таким образом. Может, каким-то другим. Человек сам решает, на что ему подписываться, кого ему добавлять в друзья. Поэтому не так важно, работаете вы через таргетированную рекламу, либо вы ведете SMM, контент-менеджмент, там, мессенджер-маркетинг. Когда вы присутствуете в интернете, в частности в социальных сетях, задача вашей публичной коммуникации – это захватить внимание пользователя, привлечь его на себя и донести вашу мысль, вашу ценность, ценностное предложение, там дальше уже как угодно можете раскручивать. Но это действительно важно. Если этого не произошло, то вы просто потеряли пользователя. Чем больше вы теряете пользователей, тем больше у вас бюджета улетает в пустоту. Все, вот он основной принцип работы с социальными сетями. Есть вот такого рода рекомендации, мы же презентации сможем разослать потом. Я не буду особо подробно на вот объеме текста, потому что я верю в то, что прочитать вы это сможете самостоятельно. Но есть две основных вещи. С одной стороны, надо действительно экспериментировать с форматами. Почему? Потому что надо удивлять аудиторию, надо искать тот формат потребления, не тот, который у вас лучше всего получается, всем на это плевать, а тот формат, который лучше всего заходит в вашей аудитории. Но при этом бизнес, присутствие в социальных сетях, должен быть для пользователя
в хорошей степени предсказуемым. То есть люди должны понимать, чего от вас ожидать. И вот это, кстати, один из самых популярных, ну, прошу прощения за простословие, косяков, которые допускает бизнес. Потому что иногда наняли человека и сказали ему, делай СММ. И дальше начинается вот это вот блуждание. То они 3 поста в день выложили, потом пропали на 2 недели, потом долбанули 1,5-часовой фильм какой-то, вообще без объявления вот этого 1,5-часового фильма, ожидая, что пользователь пришел, значит, домой, сел, он уставший, он пришел с работы, а еще если он новости читал, у него вообще там фейерверк в голове, он себе чашечку кофе налил, сел вот так вот потупить. И тут вы ему 1,5-часовой ролик выкладываете. Вот какова вероятность того, что человек отбросил все свои дела и такой, о, самарский газмяс меня порадовал 1,5-часовым роликом о своей работе. То есть, опять же, здесь надо понимать, что это все не магия какая-то, не абстрактные охваты и просмотры. Важен контекст потребления. Потому что в любом случае алгоритмы умной ленты, которые, разумеется, основаны на нейросетях, на машин-лернинге и там, на прочей технологической магии, они смотрят не только на то, как люди лайкают, комментируют, репостят, но и, в принципе, на то, как взаимодействуют с контентом. То есть увеличивают фотографии для посмотреть или не увеличивают. Сколько времени человек проводит, взаимодействуя с контентом. И многое-многое другое. В целом, рассказываю вам такой секрет Полишинели. Когда вы выкладываете любую единицу контента в социальные сети, с точки зрения алгоритмов и с точки зрения вообще вот этих охватов, всего остального, что происходит? В первую очередь алгоритм стремится показать это той аудитории, которая к вам наиболее лояльна, которая с вами больше всего взаимодействовала, то есть та аудитория, которой вы вроде бы как больше всего нравитесь. Если эта аудитория хорошо отреагировала, то охваты расширяются. То есть, по сути, это выглядит как луковица, вид изнутри. Потихоньку расширяется и вплоть до выхода в рекомендации там, и получения Прометея и прочие вещи. Но это же сразу дает нам ответ на вопрос, а в какое время выкладывать лучше всего контент в социальные сети? В любое. В то время, когда ваша аудитория активна. Это может быть 9 утра, это может быть обеденное время, это может быть глубокая ночь. Зависит опять же от того, а кто ваш пользователь. По поводу нативных форматов. Это большая сложность для тех людей, которые называют себя SMM-щиками, при этом которые работали с какой-нибудь одной социальной сетью. И сейчас огромное количество людей в России, которые называют себя специалистами по таргетированной рекламе, при этом они не работали никогда ни с чем, кроме Facebook Ads Manager. И это большая проблема, потому что разные площадки работают по разным принципам. И, к сожалению, нельзя просто прийти, допустим, ВКонтакте или в MyTarget или в Одноклассники и просто с двух ног влететь, основываясь на каком-то своем предыдущем опыте. Осваивать новые инструменты все равно придется. Что для меня, кстати, удивительно, в сентябре 2022 года по-прежнему продолжаются вопросы, которые начинаются со слов «У нас нет времени». Так, ребят, полгода уже прошло, ну, найдите время, пожалуйста. 2 дня сесть, прочитать про то, а что вот это такое и как это можно использовать. И прикинуть, подходит это для коммуникации конкретно в вашем случае, конкретно с вашей аудиторией. Бизнес, он индивидуален. Аудитория у вас так или иначе отличается даже в рамках одного сегмента. Прямая конкуренция все-таки это достаточно большая редкость. Поскольку времени немного, на форматах я останавливаться не буду. Вячеслав, нам добавили время, поэтому до 15:10 мы можем спокойно общаться. Я все равно не буду останавливаться на форматах. Хорошо. У кого микрофон, тот и главный. Это правило любой конференции. Здесь, кстати, раз уж время добавили, лирическое отступление. Есть такая штука в поведенческой психологии, которая называется эффект мистера Фокса. Эффект мистера Фокса – это эксперимент, который был проведен годы в 50-е. Ну, в общем-то, не так важно. Аудитории студентов объявили, что им на замену придет другой преподаватель. И поставили человека, который был, ну, во-первых, достаточно симпатичен с общечеловеческой точки зрения. У него была ультракруто поставленная речь. Это был приглашенный актер, который представился мистером Фоксом. И на протяжении пары, 1,5 часов, он ездил по мозгам студентам абсолютнейшей чушью, которая звучала очень наукообразно. По результатам студентам провели опрос, типа, вам как, понравилось? Говорю, да, вообще, давайте заменим нашего основного преподавателя, мистер Фокс такой классный. Это я вам к чему?
Это предостережение для, на всех конференциях, что даже если спикер харизматичный, то велика вероятность того, что он запросто может пороть какую-нибудь чушь. И эту призму критического мышления я вас призываю в том числе и к моему докладу применять, потому что я сегодня мало ли не выспался, я в потоке сознания сейчас. В любом случае, в работе с социальными сетями вот это альфа и омега, вот это основа основ. Потому что если вы делаете контент, который по вашей тематике, вашей аудитории интересен, она будет вас читать, она будет вашей преданной аудиторией. Если вы делаете высосанную из пальца абсолютно вторичную лабуду, как бы вы круто ни подстраивались под алгоритмы социальных сетей, читать это никто не будет. У меня в этом плане любимый пример, это год примерно так 2017 был или 18-й, у меня была встреча с администрацией Тюменской области. Я еще не успел, а это была очень тяжелая лично для меня встреча, потому что средний возраст участников был примерно 134 года. Я еще не успел запустить презентацию, как они задали вопрос. А вот в этих ваших социальных вот сетях нас вообще, ваш шпень никто не читает. Я говорю, хорошо. Открываю первый попавшийся паблик государственный, и у меня волосы встают дыбом, потому что министерство формирует пресс-релиз, а там во всей цепочке люди отрабатывают свою зарплату. Пресс-релиз они просто выделяют полностью, нажимают «копировать» и вставить в социальные сети. Какое там форматирование, какая адаптация контента? У них буквально пост, который начинается со строчки. Исходящий номер такой-то, такой-то, от такого-то числа текущего года. Постановляем. И дальше 15 экранов простыни текста. Я говорю, серьезно, не читают? Я говорю, а кто-нибудь, кроме человека, который этот текст написал, его читал? Он говорит, нет. Я говорю, то есть вот опять же человек, он сидит, у него там записи от его двоюродной тети, которая огурцы в банке закатывает, мемасики с котиками. И тут ваше постановление от Минздрава Тюменской области. И он все бросил, побежал читать. Как бы смешно это ни звучало, но это действительно прям большая беда. В России, ну вообще в любой стране мира очень мало людей, которые умеют делать интересно. Интересно писать, интересно подбирать картинки, но это важно. Потому что по-другому никак. Есть общие принципы того, чего делать не стоит. Вот тут, как обычно, гарантированных путей к успеху их мало. Гарантированных путей облажаться, вот их, пожалуйста. Вот так вот не надо делать, потому что это приводит к не самым лучшим результатам. А вот как выглядят наглядно ошибки. Причем здесь, вот, кстати, за что Сове большой плюс, мы с вами знакомы. Вот есть в России СМИ, которые умеют работать с социальными сетями, и все остальные. Все остальные прям вот так вот любят делать. Потому что картина выглядит как с точки зрения средств массовой информации. Редакция существует лет 35, и году в 2004 они сделали сайт. Наступил 2022, бюджет за сайт все еще надо отбивать. Поэтому главный редактор принимает решение, что а вот эти вот интернеты и социальные сети, вот давайте с них трафик гнать на сайт. И редакция, то есть журналист, он знает, что такое лид, то есть заголовок новости. Он берет этот самый лид, втыкает его в социальные сети, дает ссылку на сайт и какую-нибудь дженерик-картинку, взятую с фотобанка. А потом эти СМИ приходят на конференции и спрашивают ВКонтакте, ВКонтакте, а где наши охваты? Считается, что даже я слышал мнение о том, что ВКонтакте целенаправленно ненавидит СМИ. Ну, вообще, это я с разных сторон. Когда работаешь на стороне площадки, выясняешь, что ты ненавидишь всех. Бизнес ненавидишь, научпоп ненавидишь, СМИ ненавидишь. Ну, но в целом, что здесь происходит с точки зрения алгоритмов? И с точки зрения пользователя, в первую очередь. Вот листает человек свою ленту новостей. Листает, листает, раз ему попался вот такой пост. Тут два варианта на самом деле возможны. В первую очередь, скорее всего, его это нифига не заинтересовало, он просто пошел дальше. Нулевое взаимодействие. Либо его очень обеспокоило, о чем же там МЧС предупредили москвичи. Я не знаю, как это происходит в Самаре, но в Москве у МЧС очевидная биполярка, потому что то они высылают по 10 смс-ок в день о том, что направление ветра изменилось, то пропадают на квартал. Ну, в зависимости от того, видимо, как бюджет у них пришел-ушел на смс-ке. Но в любом случае, в МЧС предупредили москвичей, это максимально ни о чем, но вдруг человека заинтересовало, он тыкает, переходит на сайт, и он свою эмоциональную реализацию получает уже на сайте в полном тексте. Что опасно? Он возвращаться к этому посту, чтобы полайкать его, прокомментировать, никогда в жизни не будет. Ну, потому что он уже все, у него, опять же, расфокус внимания, он уже туда отвлекся. Теперь по поводу ненативного плеера. Универсальное правило работы в интернете. Любая площадка предпочитает, чтобы
информация на ней, то бишь контент, размещалась в тех форматах, которые предоставляет сама площадка. В том числе и потому, что между собой площадки информации не обмениваются. Поэтому, если у вас ленивый SMM-щик, который залил видео на YouTube и потом ссылкой его вставил ВКонтакте, то алгоритмы ВКонтакте не могут посмотреть, а как люди взаимодействуют с видео. Смотрят, не смотрят, перематывают, не перематывают, возвращаются к разным фрагментам и вообще сколько времени проводят на коммуникацию. Поэтому, с точки зрения алгоритмов, это просто черная коробка, в которой что-то происходит. Может, хорошее, может, плохое, не угадаешь. Но в любом случае, позитивно это на продвижение никаким образом не влияет. Однако, то, что еще, вот, еще одна задача со звездочкой, это формирование комьюнити. По сути, все опять же звучит очень просто. Но каков принцип? Чем социальные сети, в частности, интернет в целом отличается от классических медиа, таких как, например, радио, телек. Да, важный акцент. У нас сейчас нет конфронтации. Это не попытка моя отстроиться от классических медиа. Но важно понимать, что по-разному люди потребляют контент. И социальные сети — это игра в обе стороны. То есть не только источник информации может ее транслировать, но и пользователь может прийти и высказать свое драгоценное мнение. А мнение, оно как пятая точка, есть практически у каждого. И поэтому вот эту жизнь в сообществе надо поддерживать. То есть сообщество — это не просто какой-то технический термин, это буквально группа людей, объединенных какими-то общими целями либо общими интересами. И именно они формируют вот это вот бурление и жизнь вокруг вашего бизнеса. Но здесь важно. Не для каждого бизнеса подходит вообще ведение групп в социальных сетях. Это тоже важно понимать. Это не универсальное какое-то средство. Потому что если вы, к примеру, застройщик, то у вас аудитория делится на два типа. Те, кто только покупает квартиру, и те, кто уже купил. Те, кто покупают, они выбирают между десятком застройщиков, вы как бы все одинаковые, ну, как застройщик. А тот, кто уже купил, он самый большой враг маркетолога. Потому что человек, который уже купил квартиру, он не будет говорить о том, а какой у него прекрасный вид, даже если он действительно прекрасный, а какие бы шумные лифты. Он будет писать о том, что в четвертом подъезде хулиганы опять там вот это вот навоняли в лифте, а мусор от пятого подъезда не вывозят, а в шестом подъезде безумная бабка с пятью собаками, которые грузят детей. Вот это он будет выкладывать. Соответственно, человек, который хочет купить квартиру, заходит в такое сообщество и думает, дурдом какой-то на колесах, куплю-ка в другом месте. Вот. Но в остальном, если у вас предполагается какая-то долгосрочная коммуникация с вашей аудиторией, построение ценности бренда, повторные продажи, ну и многие другие вещи, укладывающиеся в аббревиатуру LTV, Lifetime Value, то строить сообщество, скорее всего, не бесполезно. Об этом стоит подумать. Но здесь, опять же, как всегда, палка о двух концах. Есть такой шутливый закон Годвина, который гласит, что любая достаточно длительная дискуссия в интернете рано или поздно приводит к упоминанию Гитлера. Особенно в наши непростые времена, во всей геополитической ситуации, необходимо все-таки контролировать, а что там происходит у пользователей. Потому что уходить от темы, которую вы им предлагаете, ну не знаю, допустим, вы буровые установки производите. Вообще уйти от буровых установок на какую угодно тему легко. Из всего вот этого, сказанного в совокупности, от вашей тональности коммуникации, от материалов, от вашей регулярности, от вашей обязательности, потому что есть негласный социальный договор, потому что, приходя в социальные сети, вы как бизнес становитесь еще одним автором контента. Таким же автором контента, как другие пользователи, как блогеры, как СМИ. И вот этот социальный контракт заключается в том, что вы делаете интересно, и вы как бы подписываетесь под то, чтобы продолжать делать интересно.